минуту на радио Субмарина идет трансляция композиции «Шлемофон». Только в этом музыкальном часе вагона вожатые из клуба «Бинго» звать «Шлемофон». Мне такой шлемофон, чтобы все закрывал и уши, и нос, и глаза целиком, и реагировал на телефон. Мягкость поощущалась от любого удара по макушке. Замечательный подарок, игрушка, и за даром. Но только откуда я взял и откуда считал информацию, что тот час побежал, сжимая в руках ассигнацию. Ни то, ни после реформы не продаются подобные шлемофоны. Слишком много друзей верят в меня, что он, в общем-то, мне и не нужен. Я в образ плане задушен. Я построил на этом русскую линию, тащили. Я решил, что честную. Ищите соглядатые, водосеи, ищейки, зеваки. Найдите, хоть расшибитесь, да. Понимаю, я мог ошибиться, допускаю, это хорошо. Давайте зайдем с другого края, были помарки, но... Но все же вы не обязательно такого свойства. От гидролизатора, отсекающих все чувства, эмоции, пустой политикум, социум заставляет многом забыть. Например, о том, что ты превосходный оратор. Вот бы мне такой шлемофон. Превосходный оратор. Вот бы мне такой шлемофон. Мне такой шлемофон, мой офис, мой дом. Я бы нашел ему применение, фотографировал в нем гениев. Ну или носил бы плохую погоду, как головной убор, как шапку. В зависимости от настроения, температуры, скорости ветра, осадков, давления. На меня нападков, в чем-то очень неведомо близком. Ну и дальше по списку. Что у нас дальше по списку? А, да! Спасибо, друзья. Благодарим вас. Это действительно инша-музыка.